Друзья, всем огромный-огромный большой привет! Сегодня мы с моей Людмилкой едем в супермаркет «Берлин», который находится у нас в городе Днепр. Это супермаркет «Секонд-хенд», в котором находится огромное количество шуб, текстиля, верхней, мужской, женской одежды. Я, естественно, еду за своим свитерочком, который я припрятала. Благо, 2 дня супермаркет не работал. Наконец-то хоть что-то на благо. Суббота и воскресенье. А говорю сразу, с большим удовольствием едем, но сосредоточенно. Приятного просмотра. Пряжа есть. Нитки какие хочешь. А почем? По 39 гривен. А, эти... И шарфики, и воротнички. Ух, какой серенький какой. А что такое красивое черное? Так, пошли. Это маленькая? Это маленькая. Ага. Я ж свитер. Приехала за свитером. За свитером здесь приехала. Это маленькая. Еще поищи. В этих мыслях. Она в клетку несет. Наоборот. Сейчас модно. На зиму, да, под шубку? Mm-hmm. Вот у меня какие-то. Хорошо, да? Да, очень. 29 гривен. Что здесь у нас? Он 29 гривен цена. Так, ну как всегда, все обрезано. Чья она, что она, непонятно. Она на флисе теплая. На флисе. Значит, мои дорогие женщины, огромный выбор шуб. Просто огромный. Но моя дочка высокая. Очень короткие рукава. Тебя не видно в этой шубе. Она задом повернена. Да. Она светлую мерить надо. А? Рукава короткие. Нажала снять? Да, наверное, нажала. Оно задом, как у тебя. Нажала? Да. Сколько она стоит, эта шубка, Люд? А? Сколько она стоит? Не знаю, где тут цены вообще. Значит, мои дорогие зрители, которые проживают в городе Днепр, Днепропетровская область, хочу обратить ваше внимание, что огромный выбор шуб. Очень много приезжают женщин. Примерки за примерками. Шубки от 1,5 до 7 тысяч. Разные варианты. Вот сейчас я примеряю. Простите, может быть, за качество. Одна снимаю. Это я раньше ездила. Вот 1700. Конечно, а-ля 2000-е, 90-е. Ребята, в идеальном классном состоянии. Если бы я такое носила, я такое любила, я бы себе такое купила. Вот, примеряю такой вот полушубок. Очень теплый на женщину. Ну, прекрасный выбор. Цены доступные. Пледы такие. А какая цена? Вот этот вот салатовый. Сколько он? Ну, такой простой-простой, да? 189 вот этот серенький. 429 белый. Это 400 где-то. Да. А этот вообще дешево. Мы зашли в отдел текстиля. Значит, чего там только нет. Разные салфеточки, рюшики, оборочки. Даже такие вещи, которых я никогда не видела. На диваны какие-то там оборочки. Вот, я думала, представляете, девочки, думала, это постельное белье. 89 гривен, но все-таки секонд-хенд. Вот, пучок, все сложено. А это, оказывается, просто вот одевается резинка на кровати. Ну, мы этим не пользуемся. Очень много красивых, вот большой выбор разных салфеток. Я бы даже сказала, и ручной работы. Скатерти от 9 гривен до 19. Есть, конечно, и подороже. Также огромный выбор одеял. Но такие красивые совершенно. Вы знаете, смотрите, они просто на вате. Никакого ни пуха, ничего. И цены так кусаются. Кусаются, вот, пожалуйста, по 500, по 600 гривен. Вот мне одеяло очень сильно понравилось, так, ну, да, смотри, из кашемира.
Вот я в магазине. 600 гривен. Но оно маленькое. Называется бюрлин. Ну, сейчас с дочкой думаем, брать, не брать. 1,90 м. Очень оно нам понравилось. Чего девушка не знает. Говорит, то ли из Германии, то ли... В общем, это не столь важно. Состояние отличное, Люда. Посмотришь, хорошо? Оно стоит 699 гривен. Блин, шикарное, теплое. Понимаешь, я так бы разбиралась. Ну что, почитай. Давайте я сниму еще, почитай ты. Угу. Ну и тут еще, короче, выбор. Не знаю, надо. Я сама, конечно, нет. Одно мне понравилось. А вот этот выбор тут, ну, я не разбираюсь. Девушка говорит, вата там внутри. Синтепон. Вата, синтепон, нету этих... пуха, да, как? Пуха. Нет. Пуха нет. Все, ну ты услышала? Да, оно маленькое. Оно маленькое, да? Угу. Прикольно. Жалко. Там что-то, что-то 1,50 м на 2,20 м, девушка мне говорила. Подушки на очень красный стулья. Ты шо, порнография, зачем? Вот для собачонка моего. Да, собачонок, 89 гривен. Да, классно. Да ну, белый цвет. Ну, а обувь в этом Берлине – это отдельная история. Скажу одно. Выбор огромный. Удовлетворит всех. Нужна вот такая люстра, короче. Две. А мне вот это вот нравится. Вот это нравится мне. Или вот это. Но у нас же маленькая площадь. Я хотела этот светильник, чтобы стоял. Нам вот этот смотрит. Вот этот. Такой на полочке. Хочешь? Она вот туда, где у нас еще вторая. Вот такой светильник умный поставить. Да нет. Две люстры должно быть. Красиво. Ну что, низкий потолок. О, мне вот это нравится. Вот, мам, мне нравится. Не за что отдадили. Ну что, мои дорогие друзья, вот такие сегодня были у нас покупки. Небольшой обзор. Я вас познакомила с магазином. Еще раз напоминаю, магазин находится город Днепр, улица Шмидта, 2. Недалеко магазин «Твои обои». Кстати, можете обои тоже, обои люстры прикупить заодно. Цены хорошие, не кусаются. Это кому так интересно. И хочу напомнить, розыгрыш, оглашение результата розыгрыша в субботу. И опять, конечно, будем разыгрывать. Я не показала, что я купила, но еще разыграю пару вещей, чтобы было 2-3 победителя. Так что, мои дорогие друзья, любители секонд-хенд, до субботы выйдет видео секонд-хенд, и там итоги нашего розыгрыша. Всего доброго, всем пока, Нателла.